едва пронесло. Ну чё, займемся семеркой? Сначала мы займемся Ритамото. Чего? После того, что ты сделал с Йоко, он все силы бросит на поиск Дженни. Но сколько можно меня в этом обвинять? Я не один виноват. Ладно, Линч. А еще мне нужен мой чемодан. Не верю, что мы решили вернуться! Не верю, все тут! Двигай, мы почти наверху! Прикид этот полный отстой, особенно после тюряги. Зато никто к тебе не прикопался. Ладно, слушай, я съезжаю первый. Заложи бомбу в окно. Когда она рванет, лупи в эту комнату из всего, что есть. Понял. Черт, я боюсь высоты. Мы что, правда по веревке полезем? Линч, чемодан там. А Ритамото нас и увидеть не успеет. У тебя 7 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пошел! Поехали! Зачисти комнату, я достану чемодан. Этот должок за мной давно. А я всегда плачу по долгам. Давай! До центра. Ты говорил про то, чтобы не задерживаться, не я. Есть вещи, которые торопить нельзя. Че ты вытворяешь? Ничего. Спускаемся к лифтам и уходим отсюда. Я его сниму. Дьявол! Что я натворил? Как я мог это допустить? Да, доченька, очень красиво. Да что со мной? Все готовы? Еще два этажа и мы у лифтов. Черт, они замерзнут и лезут. Все
найду.